Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас на рассмотрении вот такой вот небольшой, такой маленький, можно сказать. Вот так вот он выглядит. Defender CH или HH или CH 117+. Car Holder. В принципе, я его поэксплуатировал, по большому счету, вот в такой коробочке он поставляется. Единственное, что вот так вот пришло вот с такой вот порванной фигней. Там, значит, у нас пакетик, там у нас две какие-то бумажки. Ну, в общем, хлам, который нас не интересует. Что хочется сказать? Очень, конечно, не нравится то, что здесь что-то написано, потому что если бы здесь не было ничего написано, можно было бы считать, что это BMW-шная фигня, а так это непонятно что. В общем, здесь хочу отметить, вот так вот она смотрится с обратной стороны. Давайте попробую завернуть еще сюда. Сверху вот так вот она смотрится. Покрытие очень даже прикольное, вот это вот покрытие такое очень классное. Оно такое же примерно, как и, ну, допустим, как... Знаете, на чехлах вот такое же покрытие прикольное. Так вот, здесь у него всего лишь одна штука открывается. Причем я, естественно, вверх это делаю, и сама система удерживает. Вот можно вот таким образом наклонять ее. И при этом, смотрите, друзья мои, обратите внимание, что сама система, она удерживает все мои вот эти штуки, да, то, что я издеваюсь над ней, все она выдерживает. И, естественно, на дороге всю эту штуку она тоже выдерживает. Видите, люфтит немножко сама, значит, крышка вот эта. А внутри какая-то, ну, очень, во-первых, она очень липкая, вот эта вот площадка, там, где присоска. Ну и присоска на вот такой штуке держится. Ну, то есть я не буду вам показывать, в принципе, все это очевидно, все понятно, как оно держится. Очень хороший дизайн, именно кажется, что достаточно дорогой дизайн. На самом деле я рекомендую ее всем. Вот этот тяжелый телефон, iPhone 11, у меня находился сегодня вот здесь. Он у меня ездил. Давайте я сейчас руку поменяю. И вот одной рукой я делаю. Естественно, это с небольшим натягом. Вот примерно так я ездил. Вот с моего рабочего места, допустим, закрою, чтобы не пилили. Вот, допустим, я смотрю сюда, и вот у меня здесь включенный навигатор там, или что мне там нужно. Единственное, конечно, нужно, чтобы, ну, не совсем удобно. Конечно, телефон можно и вот так вот таким образом возить, кому интересно. Вот. Но мне показалось интересным именно вот так. Телефон очень лоялен к водителю, то есть вы можете так его настроить, что он будет именно к вам, не туда, к пассажирам, а именно к вам он будет настроен. И это очень прикольно. Он, в общем, держится, очень круто держится. Я его себе оставляю 100%, и я рекомендую его к покупке. Вот примерно так. Одной рукой его вытаскиваю, смотрите, вытаскиваю, и ничего нет. То есть отодвигаю вот эту штуку, и он не отсоединяется. Крепится он хорошо. Даже я его не буду отсюда убирать, это будет его место. Вот примерно так, друзья. Всем спасибо за просмотр. Рекомендую эту штуку. Очень удобно и прикольно. Мне нравится. Мне зашло. Как говорится, очень зашло. С трудом она крутится, кстати, вот эта штука. Не думайте, что я ее так легко кручу. Она крутится достаточно сложно. На этом все, друзья. Большое спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Ставьте пальцы жирные вверх. Пишите комментарии. Ну, это на этом все. И еще не все, друзья. Что я хотел заметить? Дизайн на самом деле необычный и смотрится дорого. Дизайн, самое что интересно, смотрится дорого и подходит, в принципе, к BMW. Все остальное какой-то колхоз. Здесь же действительно интересно, дорого и стильно. Удачи!